Итак, Bleeding Edge, как пишет один немалоизвестный портал, это мультиплеерный экшен с командными боями 4-4 от студии Ninja Theory, которые в свое время делали Hellblade, DMC, Devil May Cry. Вот, в целом, я вчера поиграл в нее, да, там бои до 4-4, есть герои, мы сейчас с вами быстро посмотрим, потом загрузимся в катку. В общем, смотрите, что мне понравилось. Во-первых, визуальный стиль, давай вот так сделаем. Во-первых, визуальный стиль героев, это просто пушка. Вот это лицо игры этой, вот этот чувак, как я считаю. Вот, но, кстати, как ни странно, он мне меньше всего и понравился. Вот. Есть герои типа урон, которые разделяются на профы, типа урон, поддержка и танки. То есть у нас есть персонажи, которые наносят урон, персонажи, которые хилят, именно хилят, здесь прямо хилы. Особенно вот этот чувак мне очень понравился, очень зашел, Зеракул. На нем понравилось играть, и визуально он просто бомбический. Вот, и, соответственно, есть жирные танки, которые, кстати, немало урона наносят, в отличие, ну, с учетом того, что это танки. Я, кстати, удивился на самом деле. Вот, вчера я поиграл, значит, визуально мне они очень понравились, стиль просто безумный. И мне показалось то, что это все-таки очень похоже на Borderlands. Очень похоже на Borderlands. Я не знаю почему, наверное, но как этот стиль называется, чат, скажи мне. Как этот стиль называется, когда рисовка, ну, как будто бы графика трехмерная, но при этом они обведены. Как это называется? Вы по-любому знаете, вы же не глупые. Селшейдинг, вот, спасибо большое. Да. Вот, эта рисовка селшейдинг, она же в Borderlands использовалась. И, ну, и в третьей, и во второй, и в первой. И вот здесь визуально, мне тоже кажется, что это вроде как и 3D очень круто выглядит. Вот, и вроде как не 3D, вот. У каждого героя, чат, слушай внимательно. У каждого героя есть способности. Есть специальные способности, их 3 на каждого героя. Есть суперспособности, это ультимейт. Есть на левую кнопку мыши урон и на правую кнопку мыши. Каждый герой может на shift отклоняться. То есть перемещаться. И тем самым шифтом еще и парировать урон. Вот. В начале катки каждый герой может выбрать себе одну ульту. То есть это очень-очень забавно, но каждый герой себе выбирает ульту. То есть здесь есть а-ля билды. То есть ты можешь сам выбирать ульту, которая тебе нравится, ее выбираешь. Спецспособности, они не меняются. Есть 3 способности, 3 обилки. Они как были, так и есть. Есть суперспособности, вот ее ты одну выбираешь. При этом на каждого героя можно еще и выбрать модули. А вот модули, это, соответственно, а-ля привет паладинам, как мне кажется. Ты можешь выбирать модули, которые усиливают твои спецспособности, либо ультимативные способности. Это, блин, достаточно забавно на самом деле. То есть ты выбираешь, они открываются, либо покупаются, но пока мне только выпадали. И они, соответственно, усиливают какие-то обилки. То есть, что мы имеем? Командный шутер 4-4, герои разные, у героев разные профы, то есть урон, хил и танки. Каждому герою можно состряпать билд из модулей, выбирать ульту и во время матча еще и менять персонажа на ходу, как в Overwatch. Только это не шутер, но таргетовая система таргетовая система в игре вообще максимально мне непонятно. То есть здесь автонаводка, то есть здесь автотаргет, но при этом есть бойцы, которые стреляют издалека. Это вообще прям таргетная, ну пусть будет, блядь, таргетная. Это максимально странно для меня. Естественно, есть различные модзи. Здесь куча косметики, на самом деле, будет в игре потом, но как мне кажется, вот. Но насколько она будет круто выглядеть, я вообще хз. Вот, как-то так. Поэтому что, давайте смотреть. Разные режимы, кстати, в игре присутствуют. Есть захваты точек, есть фарм-контейнеры. Я сейчас, короче, покажу. Пусть у нас бой найдется. Пока рейтингового режима никакого нет, насколько я знаю. Урон.
Вот это вообще персонаж. Посмотри, как она выглядит. И ты, кстати, выбираешь, видишь колоды. То есть ты можешь создать комплект модулей свой собственный и выбрать. Пока у меня стандартный, поэтому нормально. Играем на стандартном. Вот что, курица? Осуждаю за сексизм, конечно. Не, мне вот это понравилось. А, очень крутая. Как бы есть моменты, как, допустим, в нашем смайте, здесь можно через Alt давать команды различные, типа суперспособность готова или нет, помогите, отступите, собраться. Также мы можем майковать на кого-то, нажимая Alt несколько раз, но здесь не на кого майковать, просто пока что. Вот, выглядит игра забавно. То есть командная игра в игре очень важна, командная игра в игре, сорян за тавтологию, но она максимально важна, чтобы вы понимали. Потому что, блин, здесь хилов убивают вообще на раз. Если своего хила не сейвить, то это Габелла. Мы так долго матч ждем, потому что у них один человек не выбрал героя до сих пор. Не курица, а гарпия. Во-во. А то, что она руки сзади держит и бегает как курица, ничего. Можем способности посмотреть. Во-первых, это герой дальнего боя. А, хоть и убийца, да? То есть она вот такими сюрикенами стреляет, перезаряжаться нельзя. То есть не нужно. Вот, мы умеем блинкаться и наносить урон, насколько я помню. Она даже станет, по-моему, если не ошибаюсь, на правую кнопку мыши, нет? А, нет, просто урон, просто урон. Есть отпрыжка с АУЕ уроном и есть когти вот такие вот. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Выглядит очень круто, на самом деле. Игра визуальный, стиль у игры просто бомбический. Я вам потом покажу, здесь еще есть средства передвижения, как в паладинах лошади, а здесь есть скейты и все остальное. Но этой курицы нету, к сожалению. Указ. Указ, ладно. Указ нету. Смотрите, мы берем таргет и все. Таргет у нас. И дамажим. Меня хилят уже. Хил очень мощный, очень несбалансированный, как я считаю. Чего? Я не могу хила пробить. Первый килл. Первый килл. Только точку они захватили. Держу в курсе. Нам нужно на точку. Парируем. Урон! А где мои сокомандники? Спасибо, что пришли. Есть бафы на урон. Я тебя разберу, братан. Если тебе никто не поможет. Что это? Меня убили вдвоем. Ай, здорово, Рейска, здорово. Вот, короче, от своих отходить крайне не рекомендуется. Вот сейчас было жестко, потому что я один остался. Вот, хила нужно беречь вообще максимально. Есть средства передвижения, есть метки, есть бафы, есть разные режимы. Блин, в этой игре есть, ну, все, что присуще современным шутерам соревнователям. Он ультанул. Еще один кильчик у нас. Вот танка жестко дамажить, конечно. За киллы тоже поинты дают, поэтому в теории мы могли бы убивать. Вот, но лучше точки захватывать. У нас есть ульт. Я вам сейчас покажу свой ульт. Но сначала выбью баф себя. Он просто пошел и помер там.
скилл, короче, смотри, здесь суть вообще игры, то здесь скилл не требуется в попадании, здесь не нужно быть овер-мощным стрелком, но здесь офигеть как нужно парировать. Shift — это не только вот такой вот блинк у каждого героя, но это еще и парирование атаки, то есть ты можешь комбинации прерывать, понимаешь? Ребята, уйдите, током же убьет, алло. Вот, здесь нужно вообще прям уметь парировать и уметь переключаться. То есть работать по таргету. Вот видишь, два хила, они друг друга хилят. Я ничего им сейчас не сделаю. Ну хотя наш хил тоже подтянулся, поэтому... Наш хил, говорю, тоже подтянулся. Можно хил получить? Работаем. Хорошо. Хорошо. Работаем. Килла убиваем. На изича, на изича. Это, кстати, ульт был. Вокруг нас щитки были. Это ульт от нашего хила. Он уменьшает урон, если не ошибаюсь. Есть еще такие вот штуки, джампы. На каждой карте есть, но я пока не видел карт без них. Скучная бабенка? Не, абсолютно. Она забавная, ей нужно быстро отыгрывать, у нее нет быстрого передвижения. Это танк. Смотри, мы захватываем прямо перед током и уходим. И убиваем двоих. Легчайшее. Легчайшее. У нас хороший хил. У нас хороший хил. Не дали состилить. Хочу баф. Он наверху, да? Есть чувак с инвизом, кстати. Для фанатов инвизных. Нам главное удержать ее до электричества. Потом только они перехватить смогут. В принципе, можно и не удержать, а пойти подраться. Хорошо, мать. Это ты труп. При всех раскладах, хорошо. Они даже не пытаются, лол. Они даже не пытаются поинты захватывать. Пожалуйста, ну ты танк! Понимаю. Даже здесь такая дичь происходит. Нет-нет-нет. Это хил. Та, за кем я бегу, это хил. Прошечно. Но анимация норм сделана? Да в принципе все нормально сделано пока что. Я еще в игре минусов прям жутких не нашел, кроме дисбаланса. Я, кстати, не скажу, что мой герой дисбалансный. Она средненькая. Но играется интересно. И выглядит классно. Здесь визуально, реально, визуально круто, именно, визуально, говорю, круто, круто именно визуал в игре, вот реально, очень круто сделано, максимально интересно. Они могут ту захватить, нам, в принципе, все равно 600 поинтов, и мы победили. Да, оставьте, оставьте, здесь будем. Да, я покажу других, конечно. Ультим, ультим и дамажим. Видишь камбу? Вот и... Я ее должен был сбросить, в теории. То есть, здесь комбинация, они прям жестко прессуют. Хорошо.
Мы не должны им шансы оставить, я думаю. Кто не пойдет на поинт? Давай, Дим. Держим таргет. Стена от нашего хила. Вот такая вот. Вот такая вот победка. Я, короче, на сегодня сделаю группу ВК и начну ее потихоньку заполнять, наверное. Поэтому нужно будет, чтобы подписались вы все, кто хочет за игрой следить. Я надеюсь, получится. Вот, видосик я на днях сделаю по ней на YouTube. На YouTube тоже можно перейти подписаться. Вот, да и в целом спасибо, кто смотрел сегодняшний геймплей, игру, стрим и все остальное. Как-то так.